Подпишитесь на канал Мистер Zero Youth. Он снимает очень крутые видеоролики, такие как обзор серверей у Game, Go Заимку, Creeper Show, обзор сервера Legion Craft, вот, и Clash Royale 2x2. Вот такие вот топовые видеоролики, поэтому, ребят, подпишитесь обязательно, он будет выпускать еще топовые видеоролики. Так что, ребят, оформите подписку, ссылочка будет в описании на данного парня. Ну все, я перехожу к своему видеоролику. И теперь просто будем ломать. Только наверх не иди, там наши вещи бога! Ивангай, спрячь их! Смотрите, Ивангай пошел прятать их! Офигеть! Йоу, всем привет, с вами я, Игрокодор. Сегодня бы я хотел провести выпуск Anti-Griffer Show на одном топовом сервере под названием Friends Wheel. Смотрите, ребят, офигеть, какая генерация, это просто жесть. Очень красиво, просто очень шикарно. Ну, короче говоря, на данном сервере есть фермы, также вагонетки и просто очень красивая генерация. Вот вы посмотрите, ребят, я вот оставлю IP-порт, вы обязательно зайдите, попробуйте поиграть. Даже не попробуйте, а обязательно зайдите, поиграйте, это будет супер офигенно. Поэтому, ребят, IP-порт оставлю в описании. Тут есть фермы, фермы работают, также вагонетки и просто редстоуны еще есть. Это просто офигенно, ребят, заходите, играйте, смотрите, просто круто, просто офигенно. Бизнесы, вся информация, вот, платные префиксы, это просто круто, классно. Так, а тут что, крестики-нолики, развлекательная игра. Ну, ребят, офигенно, мини-шахта, это просто жесть. Квесты и так далее, эликсиры, царь горы. Тут все сразу же все написано, поэтому, ребят, вы можете зайти, поиграть. И даже можете посмотреть насчет фермы, да, либо вагонеток. Это просто офигенно, ребят, вы заходите, обязательно играйте. Ну, сейчас я проведу Anti-Griffer Show на данном сервере под названием Friends Wheel. Ну что ж, ребят, короче говоря, давайте перейдем к делу. Тут на данном сервере есть два грифера. Точнее, один грифер и одна гриферша. И под ником Марьяна Ро и Вангай. Офигеть, ребят, я сам в шоке был, когда мне просто жалоб очень было на них. Они вместе живут, проживают. Поэтому, ребят, сейчас мы их проверим обязательно. Давайте сейчас посмотрим даже, они тут или не тут. Так, так, так. Надо найти кого-нибудь хотя бы одного. Ивангай, вот он. Отлично. И Марьяна Ро. Лолчик, лолчик. Ну ладно, все, я нашел их двоих. Отлично. Они тут гриферят на данном сервере Friends Wheel. Ну так что я должен проверить. Давай сейчас к ним телепортанемся. Либо сейчас сразу же возьмем кит старт. Кит старт. Вот, я взял кит старт. Отлично. И давайте сейчас к ним телепортанемся. Я пропишу ТП. Так, ТПА. Марьяна. Ух ты ж! Приняла, приняла! Так, Марьяна приняла. Так, тихо, тихо, тихо. Эй! Привет! Ой, лол! Они тут двое сразу же стоят, как будто сторожат домчик свой. Привет! Ага, тут еще и Ивангай пишет. Ты кто? Он пишет, ты кто? Ну, я телепортанулся к ней именно. Пошли в дом, я приучу тебя. Ага, Марьяна пишет, я приучу сразу же, но Ивангай пишет, ты кто? О, офигеть. Ивангай, это наш новый друг. Угу, Марьяна пишет, это наш новый друг. О! Ха, ну, давайте, приютите. Я хочу их проверить, чтобы было офигенно и классно. Пропиши кит-старт. Все, она кивает головой. Да, она приютит, отлично. Мы приютим. Пишет Ивангай. Окей, ладно. Ну, я взял. Я взял кит-старт. У меня есть кит. Я написал, у меня есть кит, отлично. Все, отлично. Офигеть, сколько у них вещей тут. Ивангай и Марьяна Ро. Ребят, вы когда-нибудь можете представить в Minecraft Pocket Edition Ивангай и Марьяна Ро? Хорошо, давай. Мы тебе наш дом покажем. Ха, окей, окей. Окей. Ладно, я неправильно написал, ну да ладно, не суть. Так, смотрите, пишет, наш дом покажет, Ивангай что-то там делает, ну пойдем к Марьяне Ро. О, это что, такой телевизор что ли? Нифига себе. Ну, это можно было предполагать, то, что у них хороший домик будет, потому что, ну и в реальной жизни они хорошо живут. Тут у нас зал, мы тут сами свои ролики смотрим. Пишет.
Марьяна Ро. Окей, отлично. Блин, давайте напишем. Классно. Классно. Я написал классно. Отлично. Мы очень любим подписчиков. Да. Идем. Офигеть, смотрите, что за у них дом, как они это строили. Я даже без понятия. Я просто без понятия. Вау, вот это жесть, вы это видите? Офигеть, это ноутбук типа комп. Круто. Ну а тут наш совместный компьютер. Тут мы записываем видосы. Да. Окей, Ивангай пишет, мы тут записываем видосы, она пишет, это наш, ну, совместный комп. Так, окей, ладно, я все понял. Давай мы тебе кое-что классное покажем. Ну, давай. Ребята, вы не обращайте внимания. Сюда идите. Угу, пишите сюда, идите. Не обращайте внимания, то, что я плохо пишу, просто немножко клавиатура тупит. А, все, я подошел. Они говорят, классно покажешь. Ну, давайте, покажите что-нибудь. Напиши «Firework». Написал. Вы успешно получили бесконечный фейерверк. И что, я получил? Да, я понял. Ну, как им пользоваться? Давайте напишем все. Написал. О, смотрите, фейерверк! Офигеть! Смотри, салютик! Ага, офигеть, круто! Класс, а как мне ее выпускать? Кто-нибудь подскажет? О, вот это что ли? Нет, я не умею. Круто, да? Они вместе написали круто, да. Да, напишем, да. Ой-ой-ой, меня тут палец, смотрите, премиум. Пишет Адор. Офигеть. На пол нажми. Вау. Офигенно. Это классно. Блин, меня тут уже палят. Они помнят мой ник, твой папа. Офигеть. Ну эти гриферы двое, они не знают пока что, поэтому... Ну все, пошлите в бассейн. Так, она говорит бассейн. Какой бассейн, интересно? Так, давайте сходим. Офигеть, у них домик. Ну, конечно, у них крутой дом. Они не знаю, как строили. Ну, видно то, что много у них. Очень много сундуков и так далее. Ну, сейчас посмотрим. Так. Ух ты ж, бассейнчик такой есть. О, прикольно. Ха, тут еще какой-то грифер убил Марьяну. Лол. А Ивангай смотрит. Тут мы плаваем. Написал Ивангай. Смотрите, что делать. Тут какой-то грифер пришел. Офигеть. Вот это жесть. Ахахахаха, это был наш план. Теперь твои вещи у нас. Ага, мои вещи у вас, говорит. Ну тут какой-то челик. Тут какой-то челик и говорит то, что это их план. Но он всех гриферит. Ах ты ж. Я не знаю, они позвали этого челика или что. Но пишет то, что это их план. Угу, понятно. Все, я телепортанулся к ним. Вот они стоят. А тут еще челик какой-то, модератор, мистер Домик. Уйди! Смотрите, какой-то челик пришел и пишет то, что чтобы тот ушел. Они именно меня хотели загриферить, да, насколько я понял? Ах ты! Наш друг классно поработал. Ага, понял. Они, короче... Мы тебе не отдадим вещи! Ай, они... О, у них тут вещи, давайте заберем все алмазы. Так, я забираю алмазы, беспально заберем. У них тут по стак, 300 алмазов. Ай, он бьет. Давайте напишем. Ха, я забрал вещи. Верни на месте. Нет. Как ты их взял? А, они меня бьют, еще сзади нумик. А, нет, я буду сражаться с ними. Нет. Ай, блин. Я хотел украсть их вещи, но они, короче говоря, меня убили и забрали свои вещи. Так, все, я включил ГМЦ. Теперь давайте телепортанемся к Марьяне. Марьяна. Р-о-о. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ну, они что-то радуются так быстро. Как ты тут оказался? А вот так вот. Ты читер.
Да, да, я читер, да-да-да. Марьяна, мы хорошо поработали. Они думают то, что я читер, но они не могут меня бить. Ой, а что случилось? А что такое? Он не бьется! Пишет Марьяна. Угу. Ну, а давайте сломаем блок снизу. Ихний блок. Оп. Почему ты не бьешься? Олег, надо снова убить его. Угу, пишет, что надо убить его. Ладно, все, я понял. Ну, короче говоря, мне нужно все сломать. Их вещи, их домик. Уйди с нашего дома, мы пожалуемся админам. А-а-а! Нет, не ломай. Как ты это делаешь? Так, я могу даже их бить? Нет, я не могу их бить. Ну ладно, в принципе, не суть. Хватит! Нет! А-а-а! Алмазы! Больше всего боится Марьяна Ро почему-то, но Ивангай как-то, ну, так себе. Нет, стой, пожалуйста! Угу, они по очереди уже пишут, чтоб я остановился, но они не могут меня даже убить, побить. А, давайте сейчас я включу ваниш, насколько я помню, то, что тут можно включать его. Все, я невидимка. И теперь просто будем ломать. Только наверх не иди, там наши вещи бога. Ивангай, спрячь их. Смотрите, Ивангай пошел прятать их. Офигеть. Они пишут то, что у них там вещи бога. Ну, Ивангай пошел их прятать. Хотя я сейчас все сломаю. Смотрите, они пошли прятать свои топовые вещи. Смотрите, он пришел прятать топовые вещи. Нет, я должен все это сломать. Потому что вы гриферы. Позвали подставу своего друга и... И начали меня убивать, это нечестно. Где он? Нет! Это все как бы подстава. Ну, нашли себе друга, чтобы он пришел и убил меня и забрал вещи. Черт! Я взяла все алмазы! За что? Моя броня! Пишет Ивангай. Ладно, он пишет моя броня. Я его всю броньку сломал. Так, давайте сломаем. Ой, сколько вещей тут! Ай-яй-яй! Вот это жесть. Прости, пожалуйста. Давайте напишем. Будете еще. Будете еще гриферить. Я написал, будете еще гриферить. Мы больше не будем. А, хватит. Нет, не будем. Правда, правда, правда. Да, мы исправимся. Пишет Ивангай. Окей, они исправятся. Ну, в принципе, давайте я не буду их банить, наверное, то, что они исправятся. Мы правда исправимся. Летающий алмазик, прости нас. А, смотрите, просто меня не видно, а алмазик видно, понятно. Честно. Ой, упал Ивангай. А, Марьяна. Ну ладно, блин, мне их жалко. Ну, давайте я их немножко потроллю, потому что они изначально меня хотели убить и так далее. Давайте я кильню их. Вот и все, ее алмазы все упали. Тел Ивангай, ха-ха, как мы его обманули. А, она пишет в приват, как мы типа его обманули, но пишет то, что якобы они исправятся. Ах ты. Да вот, же лох, попался, а-ха-ха-ха. Ага, понятно. Ну все, короче, я должен их забанить. Я должен сломать вещи. Ах вы, давайте напишу. Ах вы. Я забаню вас. Я написал. Мы админа пожалуемся. Я ее убил, она думает то, что... Как я ее убил. Ну, она даже не знает то, что у меня есть ГМ, поэтому я... Все сломаю. Он сломал компьютер! А, летающий алмаз! Ну, давайте, знаете что? Я превращусь в нормального. Так, В. Все, я появился. За что? За то, потому что вы гриферите, поэтому вы не должны гриферить. Хотя бы не бань нас, идиот. Так, бан. Е-е, ноль. Гай. Гай. Все, я его забанил. Марьянка тут стоит. Так, что они пишут? Я сейчас админам расскажу. Ты что его забанил? За что? Не надо, я сброшусь. Она сбросилась. Ой, и что это значит? Марьянка, куда ты бежишь? Марьяна, зачем ты так убегаешь? Не надо убегать, я все равно тебя забаню. Смотрите, она что-то делает. Что она делает? Что она делает? Давайте ее потроллим немножко. Марьянку. Не бань!
Смотрите, что я делаю, просто троллю ее, она не может выйти. Просто изи тролль, ребят. Смотрите, как я троллю Марьянку. Сейчас она будет бомбить. Смотрите, вот она. Кивает типа нет, но нет, я должен ее забанить. Прости, пожалуйста. Вот и все, пока. Все, я ее забанил. Ты сам виноват, но ты меня бесишь. Угу. Все, ребят, я расправился с данными гриферами. Пишут то, что я виноват и так далее. Ну офигеть, у них дом. Не зря говорят то, что они богатые. Блин, ну реально они богатые. Они даже в Майнкрафте богаты. Смотрите, давайте посмотрим все их вещи. Просто сломаем их сундуки. Может кто-нибудь подойдет, заберет эти вещи. Офигеть, алмазы везде. Ага, там еще была броня бога, вещи бога, поэтому я должен все сломать. Потом люди подберут, заберут, либо я просто подберу и заберу, потому что я имею право, потому что они гриферят. Так, тут какой-то челик ходит. О, челик, забирай алмазы, забирай, забирай. Ой, молодец. О, тебя кто-то бьет? Ну ладно, не суть. Ну, блин, у них домик классный, но все-таки я их забанил на данном сервере. Сервер называется Friends Wheel, поэтому заходите обязательно, играйте. Может, найдете еще таких же гриферов, как Марьяна и Иван Гай. Может, они из других ников зайдут. Поэтому, ребят, заходите, играйте, проверяйте их. Может, если они попадутся, то пишите мне обязательно ВКонтакте, я их снова проверю, если у меня будет возможность. Поэтому, ребят, если вы найдете грифера на данном сервере, пишите мне ВКонтакте, поэтому, ребят, заходите на данный серв, IP-порт оставлю в описании, группа ВКонтакте, донат-услуги, заходите, играйте, донатьте, выживайте, стройте дома, ищите друзей, гриферов и так далее. Все, с вами был я, Игрокодор. Давайте наберем 1000 лайков, я вас верю, вы обязательно наберете. И напишите топовый коммент, чтобы ваш коммент попал на мой видеоролик. А также, ребят, подписываемся на канал и ставим большой-большой палец вверх. Ну все, с вами был я, Игрокодор, всем удачи, всем пока. А тут перезагрузка, нет. Все, пока-пока-пока.